друзья, находимся в центре Мальты. Купили разные экскурсии. Thank you. А, да, билет у меня. Окей. Все? Сейчас отсюда через 5-8-10 минут. Отсюда отъезжаем, да? Да. Очень нормально получается, смотри. Давай, расскажи. Мы можем, в принципе, сесть и проехать оба тура. Ага. И мы можем не вылазить из автобуса, грубо говоря. Вот смотри. Угу. Вот один синий – это северная часть. Угу. Сначала мы едем в Валету, угу. И там в Валете мы выбираем автобус, какой мы хотим линию. Угу. То есть красную или, точнее, да, красную или синюю, угу. Или зеленую. Ну, зеленая, я так понимаю, никто, наверное, не ездит, потому что она такая. Мы уже ее сами проехали, а, когда это, ездили были, вот, да? В этот пляж другой. Мелеха этот. Ну, да. Ага. Поэтому вот эта синяя, она как бы историческая, и красная историческая. Надо вот где вот этот юг, Мадина поехать. Мы поедем туда, это, угу. Это синяя ветка. Угу. А красная – это вот эта часть, там какие-то пещеры. Какой-то, в общем, какие-то замки, uh-huh. Такое что-то интересное. Голубая какая-то пещера, в общем, что-то такое. То есть мы можем выходить на каждой остановке, правильно, на какой-то, да. Если хотим? Да. И через каждые полчаса этот автобус ходит, правильно я понимаю? Вроде бы так, да. Uh-huh. Каждые 45 минут. Каждые 45 этот минут. Красный, а uh-huh. Синяя каждые 30 полчаса. Минут. Uh-huh. Последний сколько, автобус сколько написано это стоит? В 3 часа. 15 евро один это стоит, да? Или 20 евро это стоит? 15, это 15 евро. 15 евро стоит, окей. В течение 2 дней мы можем на нем ездить. Так или нет? Нет, один день. Один день. Это не который с паромом или это другой? С паромом. Это с паромом. То есть сегодня мы можем на автобусе ездить? Да. Завтра мы на пароме ездим, правильно? We also do Gaza. Ah, to Gaza. Okay, yes. Thank you. You can either, it's here. Uh-huh. It's either 23 euros if you want the minibus to pick you up from the hotel. Uh-huh, okay. Take you to Chukua, to the ferry. Uh-huh. And then when you come back from the from Gozo, they bring you back to the hotel. Okay. Or you can do the 15, which pays for this bus in Gozo. Uh-huh. Where that bus, there it is. That's the bus. Okay. It goes to Chukua, to the ferry. Okay. Okay. It comes on the hour, half the hour. Okay? Okay. Half past and on the hour. And it's 260 for the whole day. So it comes to 1760 and you save yourself 5.40 euros. Okay. Okay? Okay. But if you want to do the Gozo, come the day before and book okay. It. Okay. 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 Thank you very much. You're welcome. Thank you. I like that. Anzor TV. Watch. Nice one. I like it. All right then. So you put it. What? It's about the dreams. We are going to follow it. Oh, nice. Спроси, есть ли у меня мечта? In your life? I do. Do you know my biggest dream since I was little was number one to come and live here. Mm-hmm. Okay, and I've done it. And number two, I want to drive the world's biggest juggernaut. Ever since I was 11 years old. Wow. I want to do it. В общем, какая мечта? Жить здесь, и она живет. И потом хочет самый большой в мире джаганот, я не знаю, что это такое. Надо бы посмотреть. В общем, то ли машина, то ли что-то такое. И поводить ее. И, то есть она это хочет. Все понятно. Вот такая здесь житуха, друзья, проходит. Находимся на Мальте. Бедная коняшка вообще здесь такая стоит. На нее смотришь. Смотрите, она здесь стоит. Во-первых, на ней никто не ездит. Ну, в принципе, может, даже это хорошо, что на ней никто не ездит. Так. Что она делает для осуществления своей мечты? What are you doing to make your dream come true? This is the other one. The second one. The second one. Because the first one is done, so. It's done. I have to save up to either go to Australia or go to America. But okay. Get me on that plane. Uh-huh. It's the hardest. Okay. No, I would love to do it. Just get in that truck and drive the longest juggernaut in the world. How fascinating. Mm-hmm. Oh, I'd love to do that. I hope you do come true. Oh, I hope so. But I think I'll be too old when that comes. Nothing doesn't matter. I've done one. Now I'll do the other. And then when I was little, my dream was to have lots of kids and I have six. Wow! Yeah, congratulations! Thank you. And 11 grandchildren, two on the way as well. And I'm happy. Very happy. Living here, less than I love it, all the Maltese. I don't know who's more stupid, the English or the old Maltese. I'm half Maltese and half English, so I'm fully English stupid.
Как зовут ее? What's your name? Leslie. I'm gonna kill him. That's what I say to him all day. I'm gonna kill him. It's Leslie. Okay, thank you very much. А как зовут испанец? Leslie. Yes. Вот такие дела здесь, друзья, происходят. Что пока все. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.